Как вы понимаете, где машина делается? Машина делается здесь. Где все это место расположено? Это место располагается прямо рядышком с проспектом Ленина. То есть мы заезжаем в Орджоникидзевскую часть города Магнитогорска, и за моей спиной вот чуть-чуть дальше вот этот будет храм. Вот, прямо передо мной будет Бориса Ручьева, справа от меня лента. Машины здесь делаются, в конце концов, если вам это нужно, здесь вам доставят и рассрочку. А как здесь машина делается? Вы придете сюда, договоритесь, когда ваша машина будет сделана, вам скажут, когда вы привезете машину, и все. То есть здесь нету никакой очереди. Вы приезжаете, и все нормально. Конечно, здесь машины и делаются. Здесь работают, платя аренду. Здесь принцип один. Чем больше сделаешь, тем будет круче, а не сублимирование потоков клиентов. Вам сказали, пригнали машину, и через некоторое время вы машину и забрали. Вот все и просто. Конечно, программу «Автостоп» смотрят жители сельских районов. Извините, пожалуйста, но мы к вам не сможем привести наши сервисы по ремонту вашего автомобиля. Не получится. Хотя, если вы сильно захотите, то можете обратиться. Но, тем не менее, надо понимать, где самые лучшие сервисы в городе. А самые лучшие сервисы, извините, опять же, в городе. Как до суда доехать? У вас возникает проблема. Где-то вы тюкнулись на селе. Так вот, если вы сюда позвоните, телефончик я вам уже в начале сюжета указал, за вашей машиной приедут. Привезут ее сюда. Потом уже вы сами приедете и расплатитесь. Никаких проблем особых нету. Кстати, если вы сильно-сильно хотите, вы свою машину, бэушную и немножко раздобанную, можете продать, позвонив по этим самым телефонам. Теперь насчет запасных частей. Можете даже не париться. Здесь вам дадут от и до. Вам дают цену ниже, чем в городе. Вы оплачиваете и получаете результат. Что-то не понравилось, можете вашу машину тут же и продать. А можете и в гараже. К вам выйдут и на село тоже. Хорошо. Вы можете свою машину здесь не оставлять. И у вас ее выкупят. По одной простой причине. Вам заплатят нормальные деньги. Здесь нормальные люди работают. Здесь ваша машина в хлам не превращается. Люди ее покупают, люди ее делают и потом продают. То есть вы сразу вычитаете из своих заведений сумму на восстановление вашего транспортного средства. Такое возможно, почему нет, если у вас хорошая каска, которая вам покрывает всю эту тему. То есть продали свою машину, ее выкупили, вы пошли новую машину купили. Почему нет? Есть такие люди. И по телефону, вот тот же самый телефон, вы можете по нему позвонить, машину на вашем месте приедут, посмотрят. И сговорившись с вами, оговорив необходимую цену, просто ее заберут. Как здесь работают и куда вы можете приехать? Центр города, прямо передо мной Бориса Ручьева, буквально 150 метров. Справа от меня те же 200 метров лента, за моей спиной храм Вознесения Господня. Вот, то есть доехать абсолютно просто и абсолютно спокойно. Вы машину здесь оставляете и через несколько дней получаете свой нормальный результат.